Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вам интересно, сколько на данный период заработала компания Microsoft? Если да, тогда это видео для вас. Итак, во втором квартале фиксального 2018 года Microsoft получила совокупный доход в сумме 28 миллиардов, что на 12% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Основной рост был достигнут благодаря успехам продуктов Office 365, Dynamics 365 и Azure. Подразделение бизнес-исследований увеличило сумму полученного дохода на 25%, а это целых 9 миллиардов. При этом доходы от коммерческих продуктов и сервисов Office увеличились на 10%, включая рост доходов от коммерческой версии Office 365, а это 41%. Рост доходов от потребительских версий Office увеличился на 12%, а количество подписчиков потребительской версии Office 365 выросло до 29 миллионов. Продукты и сервисы Dynamics смогли принести на 10% больше, включая значительный рост на 67% от Dynamics 365. Выручка облачного подразделения составила 7 миллиардов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Доходы серверных продуктов и сервисов оказались на 18% выше. Наибольший рост, аж на 98%, продемонстрировал направление Azure. В отчетном квартале корпорация Microsoft получила операционную прибыль в сумме 8 миллиардов. Вместе с тем, в этом периоде компания списала расходы в сумме 13 миллиардов, что стало следствием недавнего принятого в США закона о налоговой реформе, так называемый Tax Cuts and Jobs Act. Это единоразовое списание, и оно не повлияет на грядущие финансовые показатели Microsoft. Однако в отчетном квартале списание столь значительной суммы привело к формированию чистого убытка в сумме 6 миллиардов, хотя в аналогичном периоде прошлого года была зафиксирована чистая прибыль 6 миллиардов. Убыток на каждую акцию составил 0,82 доллара, то есть 82 цента. Несмотря на огромную конкуренцию, потерю мобильного рынка, потерю рынка интернета, за каждым провалом следует 5 успешных решений. Поэтому Винди-капец мы еще очень-очень долго наверняка, ребята, не увидим. На этом все. Всем пока. Спасибо за внимание. Всем прекрасного дня.